У нас будет обзор монастыря Превели и обзор пляжа, пальмового пляжа Превели. Мы взяли в Георгиополисе машину, арендовали и едем на машине в эту деревню Превели, где все это интересное находится. Вот по пути где-то осталось километров 10. Мы заехали в такую локацию, где все останавливаются. Это, ну, очень красиво. Дорога вырублена в скале, огромный каньон. Вот моя жена красавица. И люди фотографируются на камнях. Если ехать в Превели на автобусе, этого точно вам никто не будет останавливаться и показывать. Машина стоит, аренда машины недорого. И, ох, тут страшно. Вот такой обрыв глубиной, наверное, ну, метров 100 точно. Люди залазят сюда на камни фоткаться, я тоже смелый. Тоже залез на камни. Дорога одна, промахнуться невозможно. Если на машине остановитесь, здесь очень красиво. Мы доехали до монастыря Превели. Сейчас зайдем внутрь. У монастыря свой маленький зоопарк с гусями и павлинами. Крест из оленьих рогов впереди. Монастырь расположен на нескольких уровнях. Нижняя часть Мотамони Превели, посвященная Иоанну Крестителю, закрытая, превращена в туристическую достопримечательность. Верхняя, Писа Мони Превели, посвящена Иоанну Богослову, остается действующим монастырем. Мы сейчас в верхней части. Сейчас попробуем спуститься вниз. Монастырь основан в 16 веке, когда Крит был частью Венецианской республики. Точная дата постройки неизвестна. На колокольне монастыря выгравирована дата 1594 год. В 1649 году монастырь был практически разрушен турками во время оккупации. Монастырь служил убежищем для борцов за освобождение Греции. Во время Второй мировой войны монастырь перевели под руководство игумена какого-то игумена, который спас от пленения 5000 солдат-союзников и превратил их и переправил их на Ближний Восток, за что и был разрушен фашистами. Здесь очень много дверей, но они все закрыты, в них вообще нельзя заходить. Сейчас я попробую. Не, закрыто. Сейчас будут пробовать воду из какого-то святого источника. Обычная чистая вода.
надо. Ну как? Вкусная вода, пап, я не буду. В общем, территория небольшая, есть пару музеев, но они тоже небольшие. Один как часовенка, там иконки, свечки, всякое такое, а другой именно музей. Метров 100 квадратных, всякие доспехи, там обряды для пап и тому подобных вещей. В них снимать нельзя. Можно снимать только территорию. Территория небольшая, так что такой обзор небольшой получился. Подписывайтесь на канал, поехали с нами. Спасибо за лайк, за комментарии.